И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Эндрео, вы на канале Супер ТНТ. В сегодняшнем ролике я вам расскажу и покажу про программу, которая повышает ваш FPS в играх, а именно про FPS Booster. Но перед началом ролика, как всегда, все ваши лучшие комментарии с хорошими отзывами, которые видите сейчас на экране. Но чтобы ваш комментарий попал в мой ролик, вы должны поставить лайк, подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, ну и конечно же написать положительный комментарий с хорошим отзывом о моем ролике. Ну а я желаю вам приятного просмотра. Но вот как раз таки данный сайт программы FPS Booster. Честно говоря, я удивился, когда узнал, то, что эта программа может оптимизировать ваш компьютер практически в любой игре. На самом сайте вы можете видеть различные игры, которые здесь добавлены. Также, как видим, FPS Booster обновляется, и тут добавляются различные новые игры, которые вот как раз таки вы можете видеть на экране, такие как GTA 5, Roblox и многое другое. Также я узнал то, что в скором времени у них добавятся еще такие программы, как для фотошопа, монтажа и многого другого, поэтому ждите. Также доплачивать как-то до игры вам не придется. Автоматически все обновляется, и это все делается бесплатно. Но сначала разработчики вам дают бесплатные 7 дней FPS бустера, которые вы можете получить прямо на сайте. Не обращайте внимания на рубль, он вам все равно вернется. Это сделано для того, чтобы проверить вашу карту. То есть вы оплачиваете, у вас снимается рубль и возвращается обратно. Тем самым проверяется ваша карта. После того, как вы уже купили, вы скачиваете саму программу. Просто нажимаете «Загрузить FPS Booster». Потом вы нажимаете «Скачать FPS Booster бесплатно». Нажимаете «Сохранить». После того, как у вас все скачалось, вы ее открываете. Установка здесь очень простая. После того, как вы ее скачали, вы ее открываете. Сразу скажу, программа автоматически обновляется, и самостоятельно вам ее обновлять не нужно. Но после того, как вы открыли программу, вы попадаете вот в такое вот окно. Снизу вы выбираете игру, в которой вы хотите повысить свой FPS. Тут есть различные вот игры тоже. World of Tanks, Rust, Dota 2, Warzone и много различных игр. Но а меня сейчас интересует именно CSGO, так как дальнейшие тесты будут проводиться в такой игре, как CSGO, где вы сможете увидеть мой FPS до и после. Также здесь есть настройка игры. Здесь вы можете как раз таки ее настроить. Я буду показывать на примере CSGO. Здесь есть такой пункт «Параметры запуска». Здесь вы можете поставить «Использовать все ядра процессора», «Повышать приоритет игры» и многое другое. То есть выбирайте те вкладки, которые именно вам нужны. Ну, так как я буду сегодня повышать FPS в CSGO, я выбираю такие вкладки. Вот, как вы можете видеть, у меня сейчас на экране все показано. Также можете отключить начальную заставку, если она у вас есть. Следующая вкладка «Система». Тут я вам советовал бы включать абсолютно все. В FPS Booster тоже включайте абсолютно все. Ну и также чуть не забыл показать первую вкладку. Вот она. Здесь вы можете тоже все настроить под себя. Ну и после этого вам просто нужно нажать кнопку «Ускорить игру». Что же делает данная программа? Эта программа чистит оперативную память в реальном времени, разгоняет центральные и графические процессоры, приоритизирует процесс игры, останавливает второстепенные процессы и еще многое другое. Ну а проверять повышение FPS мы будем в такой игре, как CSGO. Сейчас я вам покажу результаты до буста FPS и после. Ну а на этом мой ролик подошел к концу. Но под конец ролика я вам скажу пару слов. Как вы знаете, у меня на канале выходит скоро новый ролик по Майнкрафту. Поэтому ждите.
либо он уже вышел. В нем я рассказываю про то, как повысить FPS в Майнкрафте, а именно конкретная версия 1.16.5. Ну и скорее всего таких роликов больше выходить на моем канале не будет. Но, а возможно и будет, если конечно будут сами идеи. Ну а это в принципе все, что я хотел вам сказать. С вами был я, Эндрю, был на канале Супер ТНТ. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока-пока.